Так, что так? Девушка Ямы Дармы это Лера Рейн. Ну, почти. ГМ5 на джебе. Я ставлю ГМ5. Я ставлю ГМ5 на джебе. Вот. У меня последние катки все ГМ5. Сопряга все. Данж. Данж вот я ставлю ГМ, потому что по факту за данж тебе что надо? 1000 опыта, грейт траглов и портал. Дальше ты просто ГМ ставишь. И сопрягу я ставлю ГМ часто. Хотел тебя спросить, ты громко говоришь, что ты частенько орешь 3 часа ночи. Ты громко говоришь и так далее. У меня, ребят, полная шумоизоляция, во-первых, в моем офисе, в моей комнате. А во-вторых, у меня очень интересный такой дом угловой, квартира, где я живу. У меня вот моя комната, она не соприкасается там, условно, с соседями и так далее. У меня и потолок, и пол с шумоизоляцией. Да и не ору я сильно. Привет, Саня. Давно тебя смотрю. Пару дней назад наткнулся в стиле на Эйзенксовчонку. Да. Ничего себе. Мне очень понравилось. Это классно. Все пишут, что это духовный наследник третьей. Согласен, игры. Согласен. Про эту игру? Отличная игра, ничего против не имею. Замечательная игра. И всем большой привет, кто в нее играет, ребята. Ничего против не имею. Просто, к сожалению, не всегда хватает времени во все проекты залазить и везде все смотреть. Я могу сказать определенные моментики, но такое не особо бы хотел. Так. Так, давайте подумаем. Вот думаем. Значит, я хочу идти дальше. Я хочу идти вот сюда. Блин, еще и воздушек бить. Ой, конечно, да, здесь, ребята. Специфика мероприятия. Удачи. А, здесь прохода нету. Да, короче, есть чем поиграть. Есть чем... Как там песня, да? Есть чем платить, но нам не нужна победа любой ценой. Вот тут то же самое, как бы. Вроде есть что поиграть, но... Темпача, конечно, тут явно не нарисуется. Как по мне. Поэтому немного думаем. Окей. Вот видишь, хороший костюм уже полдела. Так, соображаю теперь. 5 филлерный ход такой, знаете. Так, а тут хотелось бы еще 2 утки купить. Да, сейчас подумаю. Как их купить и на какие деньги. Потому что 2 утки, конечно, добавить вот к этому стаду было бы просто замечательно. Но где взять столько денег? Соображаю. Данж, вот понимаешь, да, ты спрашивал как раз. А данж это уже даблман, это уже интересно. Так. Как же неохота видели воздушек, ребята. И так армии нет ни хрена. Надо было удалить еще, наверное, это мясо. Могу ли я достать до туда, да? Очень бы хотелось 2 утки себе отдать. Тебя не остановить. Думаю, не нужно. Я знал, что ты справишься. Пистом лов, да? Жалко терять, конечно. Но. Удача на моей стороне! Хочу поделиться с тобой чатиком девизом, с которым двигаюсь по жизни. Так. Лучше во рту кальянная трубка, чем за щекой большая залупка.
Всем приятного вечера. И приятной каточки меньше, чем три, Саня. Но я так скажу, лучше уж большая залупка, расскажи, чем маленькая. Расскажи свое мнение о Санкт-Савчонку, Уэс. Будешь что в нее играть на релизе? Интересно посмотреть в твоем исполнении. Спасибо, такую легендарную игру. Духовного на да. Спасибо, ребят, спасибо. Согласен. Рофлами у нас чат. Боже, какой медленный старт. Берем здесь, берем свиток, берем здесь, пробиваем. Ну и наверх надо готовить героя потихоньку, да, и чекать концы. Там есть, конечно, один, но этого мало. Ладно, смотрим, смотрим, поехали. Поехали, ребят. Давайте начинать, давайте дальше. Так, 7 минут, я сейчас быстренько отойду, окей? 5 сек. Короче, потихонечку, помаленечку как-то собираем объекты, как-то выходим. Пока непонятно, кто мейн, какая армия, какой состав артов. Ну, арты, правда, есть. Добираются ли какие-то утопы или нет, и так далее. Сейчас подойду. Привет, Сонка, в чем квест? Нашел духовного наследника Ямы Дармы на Твиче. Вадаош зовут. Удачных каток. Хорошего стрима. Спасибо за утренний, дневной, меньше чем три. С чего-то начинаю. Я просто первый раз зашел в игру нахуй на дюл и сразу душнила какая-то нахуй. Мне подкидывает ботов нахуй, которые идеально тебе нарисовали нахуй идеальную дуо-карту нахуй, друг другу подкидывают нахуй и, блять, еще под поездом для нее подставляют, что. Блять, какая мерзость нахуй делаю. Просто я захожу как новичок нахуй в дуо, блять, нахуй меня хуярят, блять, нахуй конкретику нереально. Просто ёбнуто. Переводчики поют. Кидают на лик. На 0-ка. Бахать. Ни у кого так, я не Игнат, а помните? Нет, да у нас много рофлов, много там всяких. И про качка, у которого там где что-то, я качок, там что-то там. Прохлонец в хайроллере 68к выиграл. Дама 3, мастевые сутига, да, давим стол. Ну это нормальная тема, нормальная. То есть он что-то 68 тысяч выиграл? Сейчас посмотрим, какое место. Василий подошел, Василий. Здравствуйте, отец, здравствуйте всем. Привет, привет, Василию, привет. Как раз вот спрашивали про СНГ. Просто автоматически. Ребята, я вот не знаю, ребят, вот Вася Бишоп, видите, Василий Бишоп, тоже стримит героев. Вот лучше по СНГ у него спрашивать, что там по местам, что там вообще как, когда, где и так далее. Это вот человек, который будет организовывать все это в этот раз на своих, так сказать, плечах. Поэтому лучше к нему все эти вопросы, кого интересует чемпионат там героев в Москве, туда. Я просто сам не осведомлен много инфой, я не знаю, что там, как там. Вот, сам буду буквально пару дней, и то по возможности. Как-то так. Как-то так. Бишоп. Бишоп. Ну, Бишоп, Бишоп, да, кто? Бишоп, Бишоп. Согласен. Просто не могу. Бишоп Духов, духовный наследник СНГ героев, 100%. 100%, ребят. Ну вот. Какие призовые на чемпионате? Ну, были немножечко, не, были такие не сильные. Пока не, во-первых, короче, во-первых, там есть призовой фонд. Он был 60 тысяч плюс донаты, которые зрители закинут. Потому что это все будет транслироваться, если я не ошибаюсь, в студии Heroes Hub. Вот. Плюс от себя там добавил, так сказать, немножко. Все-таки мероприятие очень серьезное, хотелось бы призовой побольше, поэтому от себя тоже денежку добавил. Вот. Поэтому уже стало немножко посолидней. Уже стало повеселее.
260 плюс донаты, это уже гуд, уже гуд. Видишь, еще может что-нибудь донатами наберется, и того полмиллиона будет, большие деньги, кто знает. Посмотрим. Против тебя теперь АХ-1-1-3 играют, да. После вчерашней катки на Луне, да. Согласен, пацаны, согласен. Саня поддержал призовой, красава, спасибо. Hi-Fi студия. А, Hi-Fi студия будет транслировать. Подождите, а чем отличается Hi-Fi? А, другая студия? А, блин, сорян, я тут этот дисбаланс ввел. Все, это не Heroes Hub, это Hi-Fi будет делать. Все, понял, понял. А Hi-Fi это ребята, которые вроде и работали с МСС, да? Это Митя и команда. Тоже хорошие ребята. Студия развелась, да не говори. Вот. Разве Heroes Hub не ушла в закат? Всякое возможно, ребят. Все мы когда-нибудь идем в закат. Хотел спросить, а та крановщица-то тебе потом позвонила или нет? А зачем ей мне звонить? Митя Фомин? Да, там Митя Фомин придет и споет. Подожди, как же там трек? Про мальчика потерянного. Я один. Нет, это не тот. Брожу по маленьким, ой, я тета, забери меня, мама. Вот, вот этот трек, да, там Митя Фомин, если я не ошибаюсь, у нас хедлайнер будет этого проекта. Вот, так что ждем, ждем, ждем. Ой, бля, микрофон разъебал, извинюсь. Готово, готово. Готово. Та-да-та-дат. Вот видишь, хороший костюм. С улиц городских обратно домой. Тебе ОБГО пробивают? Ну, пока вроде нет. Пока нет. Направо дамку стой, налево улицу пробивную. Согласен, согласен. Медленный замок, медленный, медленная раздача. Очень долго, видите, вывозили тут, вывозили тут, тут. Такая специфическая сдачка, специфическая. Плюс денег нету, да, грейда у грейд уток не пахнет пока что. Есть нюансы, но как будто бы выходим с горя пополам. Надеемся, что нас просто не раскатают. Хорошо. Вот несколько новых рекордов. Больше магии для твоего. Руки прочь от Мити Фомина. Привет, Саня. Какая твоя любимая раса в игре Санксовчон Куэст? Хочется развернутое мнение. И какой бы ты выбрал, если бы играл в эту игру против Стингера? ПС, я не точно не разрад. Согласен. Короче, я бы играл андедами, потому что они прикольные. А против Стингера я бы играл Каслом, потому что это Стингер. Не думал сделать YouTube лайв-канал и что-то снимать. Ну, канал на YouTube у меня есть. А, снимаю я телочек. Так что, в принципе, уже все давно то, что ты написал, сделано. Вот. Спасибо. Спасибо. Это, кстати, так я их снимаю. Блять, все, в пизду эти шутки. Ой, господи. Поехали. Весна, весна, ребят. Весна, весна. Так. Браво! 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 Нормально. Поехали. Ну а что еще делать ночью? Только шутки шутить. Да. Недавно видел в инсте нарезку. Типа чувак стоит под дверью. И написано, слушаю, как моя девушка встретилась с бывшим и отвешивает ему лещей. Типа, а он типа под дверью, говорит, да, бля. Хорошего стрима. Делал сынка в почте с девочками. Спасибо, спасибо. Отвешивает лещей. Прекрасный бой.
Бля, жопорез весь таймер потратил, падла, сука. Рану у меня удалили. Ну, ждем, ждем. Ждем. Отвешу, отвешу. Жир вечно таймер заливает. Согласен, согласен. Ну что поделать, ребят. Зато есть возможность с вами пообщаться. Угу. Как к архитектору стало интересно, у тебя в кабинете ступенька при входе. Не знаю о чем-то, что за ступенька. Все, ребят, у него уже кончается таймер. Мы с вами живем. Хилимся, живем. Па-па-пам-пам. Па-па-пам-пам. Да, такое ощущение, что жопорез катает две катки, а не одну. Ну, там Кирь у него, похоже, бегал как-то там, я не знаю, может быть... Может быть, там и правда... реализовывал что-то. У нас-то что, видите? Тут еще, понимаете, в чем диссонанс? В том, что я ничего не делаю, по факту. То есть я-то ничего не делаю, я-то просто бегаю. У меня ни цепочек каких-то гениальных по раздаче пока нет, ничего. Мы по факту сидим тут, пердим немножечко. Вот. Так. Вот, здесь пока так оставим. Хороший костюм, уже полдела. Две утки довезем. Так, а где инферновское мясо? Все, напомни мне. Блин, так-то оно бы нужно было бы вниз, да? Ну ладно. Попробуем справиться с этим. Так. Но это я не бью, это я ничего не бью, мне это все дорого станет. Так, 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 так. Повезло, на самом деле, что этот калит выпал. Без него реально, ну, как бы вот без него играли по факту. Даже интересно. Ой, ты, батенька любимый, как же ты хорош. Посмотри, как хорош муж, с которым ты живешь. Давай сейчас городской портал или резурект. Не довезло, не допрухал, не допрухал, Прухалович. Так, оставил тут, тут. Тут есть хорошие рекруты. Не дай им уйти. Ну-ка. Тетива. Тетива говнище. На, ни денег, ни хрена, ничего, нигде, никак, ни то, ни сё. Слушай, даже вот Дрейконом пойду за деньгами, так как он сейчас сильно-то не нужен. А деньги безумно нужны. Ну, иду потихоньку сюда, ребята, налево. Вот это все бить. А здесь аккуратненько героя покупать. Давайте с молитвой. Давайте. Оставим одну единичку, потому что здесь потенциально даблмана будет ставиться, да? Возьмем... вот этих ребят. Подойдем сюда, дадим все сюда. Так, отдаю, да? Давайте смотреть. Так, что у нас тут выходит? Такое ощущение, как нам не нужны эти единички. Да? Давайте мы на ближайшую боевку, наверное, вот так вот сделаем. Ужас. Ужас, да и только. Восьмая на хейст. Давай, 4-6 все убил. Только конечно обидно.
также тут заклинание замедления зарешало, да? Плюс тут свиток все-таки тоже серьезный аргумент. Так, свиток. Мне свиток бы сильно помог, может быть, даже. Хотя на 24 маны. Блин, думаю. Каждый шаг здесь очень важен. ГМа все равно нет, да, разбивки все равно не будет. Брать, не брать этот свиток. Давай возьмем. Да ебал, ну что ж такое-то? Ёпта, медь-то, блядь. Саня, спасибо за утренний подруб. Спасибо. Душевно преисполнился на весь день. А знаете, где еще можно получить моральный подъем? Верно. Бля, в Сонковкан. Согласен. Легендарный преемник серии игр героев меча и магии. Согласен. Согласен, друзья. Согласен. Не поспоришь. Как же неохота, чтобы он пегасов-то ударил. Ну дай большой. Так. Ну, судя по тому, что я вижу, сюда придется залететь. Не очень-то хочется, но как будто придется. Четвертый день все-таки. Твои существа на тебя рассчитывают. Шикарно на самом деле ударили. 8-3-11. Огненный щит, клон. Клон, допустим, на этих ребят, да? Можно так сделать, можно. Это действительно, ну, прям сильно подсейвит. Траглом, наверное, имеет смысл снять ответку. Этим типом сюда ударить. Ну, вот, клоном, конечно, проблема, но а что делать? Ну, пусть бьет как есть. Это был прекрасный бой. Может, еще этот? Нет? Ну, пока живем. Существо будет с тобой до конца. 5-6. Какие полезные карты? 5-6. Да, конечно, я возьму. Вот тебе золотой. Это благородное существо тебе поможет. Нормально. Поиск пути. Я не могу здесь брать поиск пути. Почему, спросите вы? Очевидно, потому что нам надо докачивать землю, отвечу я. Очевидно. Видно, какой расход маны. Ебал, ну, в целом, 14 уток уже есть. И теперь главный вопрос. Главный здесь вопрос. Это рынок надо ставить, трейдиться и выставляться под вот этот улей. Видите, да? То есть по одному улью в день по факту собираем. Ну, очень, то есть очень-очень жижа. Просто жижа. Просто жижа, но потихоньку. Жижа как бы жижа, но еще и ману заливать надо будет, да? То есть, ну, есть что поделать явно. Так, здесь я предлагаю выставиться так, чтобы я мог отсюда это взять. Ну, а тут, я думаю, поставить рынок. Стрейдиться с одного замка чуть-чуть. И поставить героя, например... Забавно. Уже приходил. Наверное, все-таки куда-то вот сюда поближе, да, уже к вот этому улью, наверное, чтобы туда прям была возможность, да, то есть вот там закончить ход, перчатки, ботинки, собирать артефакты. Ну, в целом нормально, ребят, да, в целом пойдет. Давайте смотреть. Угу, так. Тебя не остановить!
Пятый день. Ну, выхода пока не видно. Понятно. Понятное дело, да? Пока нужно потерпеть. Надо потерпеть. Плохой шрайн, плохой свиток, плохие заклинания четвертого уровня. Но в целом есть хорошие новости. Это действительно вот эта земля. Это просто мана небесная. Но посмотрите, до докачки этой земли надо буквально 10 тысяч опыта. 24 следующий уровень. Где-то 6 тысяч, то есть 30-ка нужна. 30-ка. Ну, по крайней мере, видим цель, да, да, набрать 10 тысяч опыта. Где их можно набрать? Я думаю, найдем. Может, консерватории, погосты, какие-то коробки. Хотя здесь не верится, что здесь опыт. В целом нормально. Как-то на стриме Валерий Рейн зарекнулся, как Адену Роду, и она сказала, что вы с ней не в ладах, мягко говоря. Да ты иди ты нахуй с этой хуйней. Каких я с ней не в ладах? Чё ты несешь? Это было красиво и умно. Так. Просто я ничего, блядь, ни один ход не могу сделать. Я ебал. Просто ничего поменять не могу. Просто факен нас. Спасибо, дружище. Спасибо. Спасибо, согласен. Согласен. Согласен, согласен. Но было слышно. Короче, там была шутка, там был анекдот про Джина и про мужика. Вот. Я не скажу, что анекдот сильно смешной. Поэтому в целом, кто не слышал, типа, сильно ничего особо не пропустили. Но мне понравилось то старание, с которым человек это записывал. Он реально, ну, старался. Поэтому тут, знаете, тот момент, когда ты такой к преподу приходишь, а он такой, это, блядь, просто давай зачетку, 3 нахуй, за то, что на пары ходил, и чтобы мои глаза тебя не видели. Примерно вот так вот. Спасибо, дружище, спасибо. Может быть, я просто слишком категоричен, так как у меня просто друзья, которые анекдоты рассказывают на высоком уровне. Вот, но спасибо. Покупал ли я кефир? Нет, я не покупал кефир. А разве эфир был по 2800? Ребята, эфир был по 2800, просто по 2800 можно и купить. Он же не был по 2800. По 2800 я бы купил. Ну, давайте смотреть. 3300. Ну, вот так 3300 и 2800, нихуя себе. Ну, так я не делаю. Я понимаю. Не, будет по 2700, по 2600. Конечно, надо взять кефирчик. Конечно. 14 апреля был 2800. Ну, кто успел, блядь, залетел. Так, 3-4 по стартам. Жопорез там жарит. Жопорез жарит. Ну а мы что с вами делаем? Давайте чуть-чуть навостримся. И посмотрим, что мы можем вообще показать. Конечно, хочется пробить какой-то чест и где-то разбиться, да? На пополнение маны. Также есть колодец. Разбиваться ли на дабл ману? Но без шапки я не вижу смысла. Так, думаю. Ну, во-первых, попробуем так. Во-вторых, наверное, вот так. Как передать, блять? Вот как мне передать нам? Ну, 20 горгон разве можно пробить? Как вы считаете? Мне кажется, вообще нельзя. Не знаю. 14 уток против 20 горгон. Выглядеть весьма специфически. Весьма. Так, а в главном замке я хочу гильдию магов поставить. Там нету замедления. Это проблема. Но замедление есть как раз у нас у этого товарища. И это хорошо.
из самых тяжелых боевок, что я могу тут сделать, да? Только, наверное, вот эту вот чест отбить. Наверное, вот ее. Ну, пойдемте хотя бы ее тогда и делать. Так. Ну ни хрена себе. Блин, мужики, ну это уже как бы некрасиво, я считаю. Я знаю, ты можешь мне. Это лучше. С этим рекрутом получится триплет. Ого! Ну я хотя бы утку там не залил. Нифига себе, я их сколько перемолил, перемолол. На 2000 опыта я их перемолол. Это я не могу брать. Ты заслуживаешь лучшего. Держи золотой. Это я не могу такое брать. Так. Такое брать мы не можем. Ну, идем аккуратненько разбиваемся, наверное. Посмотрим, сколько их было. Не знаю, мужики. 8, 12, 15, вы 20, ты да. Блядь, не туда нажал. Могу ли я это забрать, 20? Блин, конечно, супер крутой меч, да. Конечно, супер крутой меч. Ультра, ну блин, насколько страшно это бить. Получится, как вы считаете? Спасибо, еби я не меня, знаю. Василий, сильнее! Василий, еби меня! Еби, Василий, давай, сильнее! Быстрее, Миша очень Василий. Крутой. Блять, ребята, на своей земле, бля, ебаный рот. Очень специфично, но давайте попробуем. Ноль атаки. Потом не получится, когда потом. Пиздец. Страшно. Вроде был неплохой тебе ландшафт. Надо победить. Да ёб твою мать. Это прям да. 2-3 всего бью. Куда я полез вообще, в какую жопу? Это было больно. Там считается топ-1, у кого-то ничего нет.